26 мая в Каспийске в культурно-развлекательном центре «Москва» состоялся межрегиональный форум организаторов здравоохранения «Каспий-2023. Открытый диалог о цифре». В нем приняли участие глава Республики Дагестан Сергей Меликов, глава города Каспийска Борис Гонцов, руководители Министерства региона, СМИ и многие другие. Основной целью мероприятия является изучение цифровых решений в лучших региональных практиках, так как цифровизация вошла сегодня во все сферы жизни. Внедрение информационных технологий в здравоохранении стало одним из приоритетных направлений, которые реализуются в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы здравоохранения». Эта работа началась достаточно давно, но те события, которые были связаны с пандемией, и те, которые усилия, которые мы направляли на преодоление последствий пандемии, в определенной степени оттянуло. Отметим, что в мероприятии приняли участие порядка 20 регионов Российской Федерации. Спикеры подняли множество актуальных вопросов в сфере цифровизации, а именно о методе внедрения ее в работу различных структур. Так, для всех присутствующих выступил заместитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев с докладом о реализации федерального проекта по созданию единого цифрового контура в сфере здравоохранения в 2023 году и приоритетах цифровой трансформации. В нем он кратко рассказал об основных инструментах реализации данного проекта. Инструментом реализации и создания единого цифрового контура с 2019 года является федеральный проект создания цифрового контура в рамках национальной программы здравоохранения, национального проекта. Если говорить про показатели, фактически достигнутые в прошлом году, то уже сейчас мы видим в 2023, что по итогам 4 месяцев мы часть показателей уже достигли. В частности, это касается случаев медицинской помощи. Завершился межрегиональный форум церемонии награждения, где глава Дагестана отметил почетными грамотами отличившихся работников здравоохранения.